Всем привет, это видеоверсия сайта военноедело.ком. ФСБ задержала замначальника генерального штаба. Сотрудники военной контрразведки Федеральной службы безопасности задержали заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковника Халила Арсланова. Такое сообщение распространила лента.ру со ссылкой на собственные источники «Коммерсанта». По поступившей информации, генерал был задержан утром в пятницу в своем доме. Сообщается, что сначала Арсланова доставили к следователю Главного военного следственного управления для дачи показаний, а затем отконвоировали в 235-й гарнизонный военный суд для рассмотрения ходатайства об аресте генерала на 2 месяца. Отметим, что ранее генерал-полковник находился под подпиской о невыезде. О том, что против высокопоставленного чиновника Минобороны было возбуждено уголовное дело, стало известно 17 октября прошлого года. В конце декабря суд арестовал имущество Арсланова, а в январе 2020 года ему предъявили обвинение по 2 эпизодам особо крупного мошенничества на общую сумму почти 6,7 миллиарда рублей. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на нашем сайте военноедело.ком.